В Ржеве открылся слет постов номер один. В Доме детского творчества прошла презентация. Затем ребята прошли с духовым оркестром по улицам Улицкого и Ленина и пришли на Советскую площадь. Удивленные ржевитяне спрашивали друг друга, что это за демонстрация. А когда узнавали, одобрительно кивали. Хорошим, нужным делом ребята занимаются. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Вольно! Почетными гостями в этот день были ветераны города Ржева и караул кремлевского полка, с выправки которого берут пример все посты номер один России. В этом году посоревноваться в город воинской славы Ржев приехали 14 муниципальных образований и гости, представители Пермского края. Низкий поклон нашим ветеранам, а вам, ребята, быть продолжателями тех славных дел, которые они начинали. Вам любить и защищать нашу Родину. И я сегодня желаю вам показать все, на что вы способны, все, к чему вы готовились. И пусть победит сильнейший. Мы верим в то, что вместе с местной властью, молодежью, вы будете верны идеалам светлой памяти участников Великой Отечественной войны, 70-летие окончания которой мы будем праздновать через несколько уже месяцев. Я верю в то, что у вас сохранится дух святости к нашим национальным ценности. Сегодня у вас праздник, сегодня у вас смотр. Хотелось, чтобы эти дни пребывания в городе Ржеве, я знаю, вы будете на территории района, запомнились на многие-многие годы. Забытое некоторое время назад патриотическое воспитание молодежи возвращается на круги своя и становится предметом для внимания представителей административных структур самого различного уровня. 70 лет практически минуло с тех пор, как эта ржевская земля была обильно полита кровью наших советских бойцов. И хочется верить, хоть и сменилось уже 3 поколения, что в вашем лице память о тех, кто отдал жизни за то, чтобы нам ярко светило солнце, не угасла. Многие из тех, кто стоял перед стелой, по возрасту годятся ветеранам Великой Отечественной войны в правнуки. Именно им предстоит в ближайшее время защищать интересы нашей Родины. Поэтому каждое слово председателя Ржевского совета ветеранов для ребят было ценно тем, что оно сказано защитникам Отечества, участвовавшим в изгнании врагов с нашей территории. Ее вершители, воины советской армии, труженики тыла, фронта, партизаны, подпольщики, матери, дети военной поры, каждый на своем боевом и трудовом посту внес весомый вклад в нашу совместную победу. Став ее вершителями, они строем вошли в историю, как героическое поколение сокрушителей фашизма. А ныне военное поколение в возрасте уже старше 85 лет символизирует собой замыкающую шеренгу главных победителей 20 века. С особой торжественностью участники мероприятия возложили гирлянду и цветы к стеле «Город воинской славы». Прохождение торжественным маршем стало неизменным атрибутом слета постов. После этого ребята поехали в Зорницу, где и прошли основные соревнования.